Токарь из Мирного вошел в число лучших тружеников Якутии. Геннадий Юрков работает в компании «Алросагаз». Всенародную премию «Гордость Якутии» запустила компания «Сахамедиа». Организаторы отмечают, это не конкурс профессионального мастерства, не отраслевое соревнование и не смотр народных талантов. Смысл проекта – рассказать о людях, которые живут достойно, любят свое дело и выполняют его на отлично. Голосование за победителя в номинации «Человек труда» стартовало 19 марта и завершится 23-го. Поддержать своих земляков можно на сайте yasia.ru в разделе «Конкурс».